Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить Call of Duty. Ну чё тут? Мы на этом той серии остановились. Продолжаем. Чё тут творится, не понимаю нифига. Нифига себе, он чё, отражает все эти... Творится-то, ё-моё. А чё, твой забрать смогу? Чуметь просто, а? Кто мне сострелит? Откуда? Следуй за ним, он нам в спину стреляет. Офигеть просто. Что тут не так? Ракисян? Что за Ракисян? Мужики, нифига у вас сколько много здесь. А я откуда знаю? Так точно, атакуем цель. Здание вражеское пехотное, вражеское пехотом здание, уничтожить. Где? Да следовать-то надо, я не понимаю. Сюда что ли? Готов. Так точно. Атакуем машину. Нифига куда следовать. Что такое еще? А, расплох взяли их. Патроны. А, все, он уничтожил. Да, противник у сторожевой будки. Ну что такое у нас на руках? Непонятно что-то. Опа, она вообще как ни о чем. Давай сюда. Перезарядка. Кто мне все стреляет? Он что ли? По мне попадает. Так, подожди-ка. Ну я их не ищу, конечно, на самом деле. И что тут делать, блин, мужики?
Ну, что делать дальше будем, а? Супер, он пока сюда, блин, опереди их, да? Поехали. Че, супер, он меня катает временами. О, да да. Тут какое-то спокойное небо, а тут начинается в огне типа того. Ух. Мёрных людей вообще нету, нифига. Готов. Да ё, мне на то нажал. Врасплох просто сделал, нахер. Вот это фигово. Очень раненые. Там вообще ужас. О, все, оживился я. Чего там все стоите-то, а? Пойдем или нет, а, мужик? Что-то я не понимаю прикола. Откуда вы сзади беретесь-то, а? Вот, тут загородили все. О, вообще умно встали на самом деле. Откуда и где? Так. Атакуй. О, решил, блин, лопашку взять. Блин, перезарядка нужна. А, там свой, ё-моё. Очуметь, вообще просто нету. Очуметь, патронов вообще нету.
Супер вообще, да. И вот это, да. Ну и чё. Артиллерию на эти машины. Использовать лазерный целеуказатель. Но... Ну чё, убьете его? Нифига, как быстро бомбардировка идет. Ну, все готово, задание выполнено. А чё медь, блин? Вот это непонятно. Втором этаже, по-моему, этот какой? Сам защиты, это непонятно ничего. Нифига, вот этот самолет здесь. И самолет еще один упал. Что-то сейчас не то будет, а чувствую прям. Так, нам нужен на второй этаж. Нифига, тут ты откуда ты взял-то? Что-то тут не так. Проверьте убежище. Все, его убили. Не похоже на нападение. Сам себе же убил. То, что от него осталось. Сержант, взгляните, какой же это не просто десантники. Да. Сделайте снимки для G2 и обыщите трупы. Шепарду она не понравится. Оверлорд, объект мертв. Вот это поворот событий. Похоже, мы движемся не в том направлении, сэр. Может, вернемся в бой? Тут для тебя полно работы, Мактавиш. Рад, что ты выбрался из Южной Америки. Объединишься с 6-м флотом. Нанесете ответный удар. Заключенный 627. Мы считаем, что именно этого человека ищет Макаров. Но не можем до него добраться. Нефтяные вышки, сэр? Русские располагают там зенитки. Нефтяники — это живой щит. Мы не можем просто взять и взорвать вышку. Это защищено слабее всех. Ребята, я знаю, что сейчас посылаю вас на смерть. Они охраняют это место. Значит, там что-то нужное. Особенно, если мы хотим найти заключенного 627. Ну что, начинаем здесь, что ли? На самом деле, я не особо это люблю. Это не это. Хоутл 6, курс 019. Даллас высаживает группу 2. Чё, кит, что ли? А, не, по-моему, лодка. А вот еще высаживают. Погнали, да? Да, вот это под водой. Пятый день уже сражаемся. Но это пятый день получается в этой серии.
А там я не помню, сколько было серий-то. Да тут рыбы какие-то не настоящие. Снимаем обоих. Начинай. Все. Готов. Нифига, они уже наверху. Двое противников в секторе 1, Альфа. Движутся к сектору 2. Так точно, Хоутел 6. А кто такие? Не расслабляться, ребята. А это здесь с нами что или нет? Любить открывать дверей. Приготовить оружие. О, какой как ледниковый привод. Объект у ограждения. Разрешаю огонь. Только с глушителем. Все чисто. Там заложники, осторожнее. Вас понял. Группа 1 идет на штурм. Ой, ты же со мной, я знаю тебе. Чего? Заложник был убит? Там заложники, осторожнее. Вас понял. Группа 1. Так, тут заложниками. Ну давай. А, вот где Павлович-то, а. Порядок. Все чисто. Заложники изолированы в секторе 2 Эхо. Хоутл 6 вас понял. Группа 2 займется эвакуацией. Продолжайте поиски наверху. Так, все наверх. Выдвигаемся ко второй палубе. Где? А, вот она, лестница. Окей. Вот это лестница. Телефон, не могу позвонить. Вертушка еще здесь. А, вот это я помню. Так точно. Пробить. Убейте их. Порядок. Порядок. База, заложники со второй палубы спасены. Нифига себе здесь. Пушка. Переговоры. Похоже, к нам гости. Переходим к плану Б. Установить взрывчатку на тела. Не, я не хочу. Времени мало. Заряды на месте, сэр. Поднимись повыше. Мы нападем на них, когда они найдут тела. Ну, погнали. Понятно, как всегда. Опа. Ай, блин, граната, ё-моё.
Какие нафиг потери, ё-моё? Ну чё смотришь? Да откуда, ё-моё? Дай мне скрыться-то. Вообще замечательно. Блин, граната. Так. Тепловузеры, хорошая штука. Так, что тут у нас есть? Ё-моё, чем не очень просто. Сейчас собьём его нафиг. Блин, граната. Фу, прикрой меня, пока отдышусь я. Ём, чуть не убил меня нафиг. Куда будем раздевать? Разделяться здесь. А мы здесь были, кажется. Блин. Ниже ничего, сюда ух убили, уничтожили. А, взял фрагмент 3. Да ё-моё, откуда и куда, я не понимаю. Наш. Хорошо. Опа, она. Патрон закончились. Заложники сами себя не спасут. Руч, прикрой меня. Да мы так здесь. У нас тоже. Блин, извини. Ууу, я вообще ничего не вижу. Фу. Блин, мне бы тоже этого тепловизора не помешал бы сейчас. Кто, блин, откуда? Отдышимся. У меня осталось 3 патрона, слышишь? Да ё-моё. Нифига себе, дробовик, что ли? Да придет дробовик брать, бля.
спасаем. Порядок. Здесь чисто. Контроль. Этот полный пиздец. Простите выражение, это вообще ужас. Сколько тут бомб? Куда нахуй спецены, а бомбы-то? Че, все, уходим отсюда. И что мне делать? Давай, до встречи, увидимся. Наш что ли бегают? Все захватывают. Это хорошо. Шестой флот начинает зачистку. Пора. Задание с долгой историей. Долгой и печальной. Когда-то это был замок. Настоящая крепость, твердыня, готовая выдержать любой удар. Оно пережило немало суровых зим. Чего не скажешь о его жителях. Монастырь, где живут совсем не монахи. Последние 100 лет здесь держат тех, кто не угоден государству, но кого нельзя убить. Внутри полно выживших жертв последней войны, которые мы должны были победить. Но, похоже, в политике как на ипподроме. Поставишь не на ту лошадь и окажешься здесь. Макарову нужен номер 627. Вот за ним мы и пришли. 30 секунд. Ну, это мы останемся. Тут остановимся, точнее. Увидимся в серии. Всем пока. Продолжение следует. Всем удачного дня.